Всем здравствуйте! На Первом канале нас больше не встречает популярная телеведущая. Этот факт заметило уже множество людей. Она резко пропала из вечерней передачи «Время». Официальной версии ее исчезновения нет, и поползли разные слухи. Попробуем разобраться, что случилось на самом деле. Говорят, будто Екатерина Андреева рассказала об увольнении с канала. Так ли это на самом деле? У меня нет времени постоянно смотреть новости по телевизору. Гораздо проще и быстрее в свободную минутку быстро просмотреть новостную ленту в интернете. Со слов других людей, Екатерины совершенно точно нет в вечерней программе «Время» несколько дней. Вполне вероятно, что она отсутствует несколько недель. Журналисты активно начали обсуждать увольнение популярной ведущей. Хочу их огорчить. Екатерина Андреева не уволилась? Это сплетни, распускаемые желтой прессой. Так что ее поклонники и поклонницы могут вздохнуть спокойно. Сама Екатерина отвечает, что временное отсутствие на Первом канале связано со сложной ситуацией в семье. Зато жители восточной части страны могут ее увидеть из-за разницы во времени. Пока у нее маленький отпуск. Никаких разногласий с руководством у ведущей нет. Она категорически отрицает этот слух. Скорее всего, сплетни возникли в связи с изменениями политики канала Константина Эрнста. Ситуация складывается тревожная. Уже многие популярные ведущие покинули эфир. Неизвестно, сколько будет продолжаться временное отсутствие Екатерины Андреевой, но все мы надеемся на ее скорейшее возвращение на экраны наших телевизоров. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!